Это античная черчица, она предполагает какую-то грамотность, потому что гипотеза Римана, да? Гипотеза Римана, она, грубо говоря, равносильна тому, что сумма по n, не превосходящим x, функция мёрфуса, есть у маленький рад x. А вот это утверждение, оно выражается, вот это оно выражается через функцию мёрфуса. Грубо говоря, Лидин Лук как раз и доказал, что гипотеза не от x, это утверждение, вот это теорема, а x степени 1, 2 плюс x, любого x, вот это и есть теорема Лидин Лука, что гипотеза Римана эквивалентна вот этому утверждению. Ну, это понятно, как доказывать. Это надо перенос контура сделать. Если там нет нулевой функции Римана, мы его перенесем, там не будет того, то получится оценка этой функции Римана, как коэффициент ряда делений на единицы на z от s. А что такое единица на z от s, мы написали, это есть сумма по n, если ты беспечный единицы на s степени. Это было доказано, вот это простое утверждение. А вот, собственно, если говоря, Фрагмент как раз интерпретировал вот это выражение и вычислил через значение сумм функции Мёрфуса. Еще раз объясняю, что нам надо, вот, что это доказать гипотезу. Надо, прошу прощения, написать, что сумма по n, не превосходящая x, мю от n, логарифм x разделить на n, равный x, единица на 2π, и интеграл по прямой 2 минус и бесконечность, 2 плюс и бесконечность, x в степени s, z от s, s квадрат ds, это равенство, которое само по себе, на самом деле, вот этот квадрат не нужен, это сглаживающая некоторая процедура, чтобы углубить и лучше сказать. Ну, для того, чтобы доказать этого равенства, ну, что-то нужно, там, преобразование камеры нужно. Потом надо доказывать, что вот z, а дальше надо сказать, что если вот z нет нулей, гипотеза Римана, что вот я говорю, что вот z нет нулей правее 1/2, прямой, да, это значит, что вот этот контур интегрирования, вот этот вот, можно перевести сколько-то близко к 1/2. Вот тут. Чтобы его перенести, надо доказывать, как перенести контур. Надо вот, так сказать, сперва конечным взять, и надо доказывать оценки для единицы на z, которая тоже из чего-то следует, которая тоже как-то надо доказывать. То есть там надо аналитически продолжать эти функции расписывать, что-то там что-то. Ну, в общем, уже слова предполагаю, что здесь за час не рассказано. Ну, а когда контур перенесен, нам все ясно. Ну, это аналитическая теория чисел. Ну, и в обратную сторону, ну, в общем, ясность. То есть теорема Лидин-Лука доказывается с помощью методов комплексного анализа. Ну, другое дело, что теорема Лидин-Лука, как она связана, вот эта сумма мю, вот эта сумма мю, как она связана с вот этим отклонением, это я могу рассказать потрясающе красиво, но это займет 3 часа. Потому что мне надо доказать потрясающе красивую формулу об интегральном представлении наибольшего общего зрительного числа и из нее что-то выводить с помощью элементарных, но вот сегодня речь идет о каких-то прекрасных извлекательных вещах, которые действительно рассказываются без доказательств. Как сказал один мой знакомый, есть поговорка у англичан, что если хочешь заниматься математикой, то придется испачкать руки. Что это значит? Это значит, что придется как следует нудно и рутинно работать над какими-то доказательствами, и понимать что-то, что не выглядит так вот фантастически, как вот, скажем, я полагаю, в моей сегодняшней лекции. Ну вот и в моей сегодняшней лекции вот эта вот рутинная работа над доказательствами полностью скрыта. Хотя там доказательств гораздо больше, там рассуждений гораздо больше, чем в том, о чем рассказывал.